о выборах со школьной скамьи. Для пятиклассников 6-й школы провели тематический урок. Мероприятие организовал Губкинский избирком в рамках Дней молодого избирателя. Школьникам рассказали, зачем проводятся выборы, кто такой депутат и что происходит в день голосования. Ребята поделились своими воспоминаниями о посещении избирательного участка вместе с родителями. Это было у меня, было на юге, на Кавказе, у меня в городе в Железноводске. Мы пришли дальше. Маме надо было подписать кое-какие подписи. И дальше ей сказали пройти в такой бокс, в котором нужно подписывать бюллетени. За кого она голосует? В рамках урока ученикам показали мультфильм «Три кота. Выборы». Они увидели по телевизору то, что проходят выборы. Предложили сделать такую идею, как мэр детской площадки. И, соответственно, два участника, то есть те, кто собирался, они предлагали другим детям подкупы. И в итоге третий кот, он сказал, что не надо так, то есть выбирайте правильно, честно, чтобы было всем хорошо. И в итоге другие ребята выбрали того кота, который предложил, чтобы всем было хорошо. На память ребятам подарили сувениры от Губкинской территориальной избирательной комиссии. Это серия целых мероприятий, которые мы проводим совместно с нашими муниципальными учреждениями, в том числе образовательными, культуры. И таких мероприятий у нас будет много еще. Мы проводим конкурс рисунков, конкурс кроссвордов. Поэтому, если есть желание, вы можете всегда в соцсетях отслеживать нашу деятельность, и можете посмотреть и принять участие. Напомним, 1 февраля стартовали Дни молодого избирателя. В этом году празднику 15 лет. Встречи с молодежью в онлайн и офлайн форматах запланированы под 30 апреля.